Победа нам нелегкая досталась. В дыму пожарищ, в мареве огней, каких сынов страна не досчиталась, каких не досчиталась сыновей, уже завислой пушки грохотали, уже к Берлину правили пути, а мы теряли, многое теряли, чтоб той победой целый мир спасти. Ликует май, в улыбках светлых лица, и я в колонне праздничной иду, а мне все снится, все былое снится в том 45-м памятном году. Я снова вспомнил трудные дороги и горечь бед, что выпили до дна, военные походы и тревоги, и этот клич: «Закончилась война!» Стократным эхом новость прозвучала. В единый миг узнала вся страна. И странной показалась поначалу возникшая над миром тишина. Анатолий Петрович Киселев, связист. В составе 295-й дивизии принимал участие в освобождении родного Армавира, Кубани, затем Украины, Молдавии и Польши. Рискуя жизнью, налаживал связь во время боев в Берлине. Расписался на развалинах Рейхстага. Расписался. Я написал, значит, так. Наконец дотопали. И Армавир Киселев Анатолий, ефрейтор Киселев Анатолий Петрович. Там все эти стены, как они ладили, все написано, что я был, когда-то. А мы-то самые первые.